Привет, интернет! Перед просмотром данного ролика рекомендуется съесть пачку успокоительного и сесть на стульчик. Сегодня я вам докажу, что Дима — это иллюминати. Дима — это мой друг. Друг — это тот, кто связан с кем-то дружбой. В слове дружба 6 букв. В слове друг 4 буквы. 6 минус 4 равно 2. В слове 2 3 буквы. У треугольника 3 стороны. Совпадение? Я так не думаю. Зайдем глубже. Дима живет в России. Путин тоже живет в России. Путин — это президент. Обама тоже президент. Что рифмуется с именем Обама? Правильно, бананы. Бананы — это фрукт. Обезьяны, приматы — это доедят насекомых и фрукты, в том числе бананы. Перейдем к главному. Дима белый. Бананы желтые. В слове белый 5 букв. В слове желтый 6 букв. 6 минус 5 равно 1. Белый и желтый — это цвет. 4 минус 1 равно 3. С чем у вас ассоциируется цифра 3? Правильно, в пикселях 3 цвета. Красный, синий, зеленый. Зеленый — третий цвет в пикселях. В слове зеленый 7 букв. В слове синий 6 букв. В слове красный 7 букв. 7 плюс 6 равно 13. Дьявольское число. Сложим цифры в числе 13. 1 плюс 3 равно 4. 6 минус 4 равно 2. 2 плюс 1 равно 3. У треугольника 3 стороны, 3 угла и 3 цвет в пикселях. Отсюда следует, что Дима — иллюминат.